Мир титанов с каждым годом начинает расширяться. После успешного перезапуска серии фильмов про Годзиллу в 2014 году, MonsterVerse начал стремительно увеличивать производство новых картин, в результате чего киновселенная претерпела многих изменений. Но проблема даже не в этом, а в том, что зрители не до конца понимают, откуда взялись огромные монстры, когда это произошло и что стало первопричиной их войны. Поэтому я решил сделать видео, где попытаюсь вам объяснить полную хронологию событий. Это поможет вам разобраться в происходящем и создаст целостность картины. И начать я хочу с самого начала, с истории Земли. Место, где титаны-прародители начали свой путь эволюции. Произошло это 4,5 миллиарда лет назад, когда наша планета Земля столкнулась с планетой Тея, которая была значительно меньших размеров, но на ней обитала первая форма жизни. В результате столкновения образовалась Луна, а атмосфера на Земле стала непригодна для дальнейшего цикла жизни организмов из планеты Тея, отчего они погрузились в вечный сон. Но постепенно поверхность Земли менялась, и спустя 600 миллионов лет начали появляться первые примитивные формы жизни. Но самое главное событие произошло во времена эпохи Кембрийского взрыва. В эту эпоху численность и разнообразие фауны достигла пика. Первые земноводные вышли на поверхность, а Земля воистину стала живой планетой. 450 миллионов лет назад всю эту экосистему разрушил взрыв ближайшей сверхновы. Огромная звезда своей смертью принесла первое массовое вымирание на Землю. Именно в этот момент и появились первые виды титанов. Потоки гамма-лучей принесли с собой значительные изменения в атмосферу Земли. Поверхность планеты стала радиоактивна, и первая форма жизни с той самой планеты Тея после долгой спячки пробудилась. Эти существа питались той самой радиацией. Их организм сильно отличался от всех живущих форм жизни в то время на Земле. Во-первых, клеточная структура больше походила на углеродные нанотрубки. Такая структура, помимо сверхпрочности, давала возможность монстрам способность к высокой регенерации и быстрому росту, причем пределов роста не было. Все зависело от фона радиации, так как титаны питались только ею. Тогда и появились такие виды, как Мафусаил, Годзилла, Родан, Шима, Бегемот, Сцилла и многие другие знакомые нам уже монстры. Некоторые из древних получили уникальные способности – призывать землетрясения, цунами, штормы, тайфуны и многие другие стихийные бедствия, включая даже ледниковый период. Но об этом чуть позже. Эпоха титанов длилась около 100 миллионов лет. За это время произошло несколько войн древних видов за господство над планетой. Кто именно стал победителем и альфой, нам неизвестно, слишком мало информации. Мы лишь знаем только то, что этот титан был самым большим и могущественным. Именно он закончил бесконечную войну, но тем самым дал возможность развиваться другому виду монстров – Мутапрайм или Джиншинмуши. Этот вид отличался от других титанов своим способом размножения. Они были паразиты, которые быстро размножались и использовали других кайдзю как инкубатор для своих личинок. Приблизительно 350 миллионов лет тому этот вид достиг своей максимальной численности. 90% всех титанов они уничтожили. Единственный, кто смог им противиться, это неизвестный Альфа. Он, как защитник всех титанов, создал Междумирье. Все кайдзю могли пройти в портал Червоточину и оказаться вместе очень похожим на Землю. Вот только время там шло значительно медленнее. В этом пространстве и спрятались титаны, а вот Джиншинмуши не могли туда пройти. В результате они начали рыть под землей огромные туннели, чтобы найти вход в Междумирье. Но все безуспешно. Джиншинмуши отличались не только своим способом размножения, но это первый вид монстров, который имел смешанную пищеварительную систему. Они одновременно питались радиацией и были плотоядными. Но после того, как все титаны спрятались, этот вид был обречен на погибель. Но все же, даже они внесли значительный вклад в развитие монстров. Именно титаны-паразиты создали полую Землю. Их поиски Междумирья и рытье почвы под поверхностью планеты миллионы лет создало место, где в будущем будут жить второй вид титанов – плотоядных монстров. Таких как Конг, черепозавры, огромные варбаты – все эти титаны – новая ветка эволюции. Им не нужна радиация для поддержания жизни, так как у них уже имеется обычная система пищеварения. После господства Джиншинмуши
титаны снова вернулись на Землю. Порталы Междумирья и Пола Земли частично сформировали единую сеть, образовали собой ось Земли, дверь, которая вела в другой мир. И Полая Земля стала домом для большинства кайдзю. Можно сказать, что этот отдельный мир шел своей веткой эволюции. Организмы там развивались взаперти и сильно отличались от фауны поверхности Земли. А пройти сквозь портал могли лишь древние и сильные титаны, которые со временем начали возвращаться на поверхность. И снова началась война за планету, так как сверх-альфа-титан умер при создании порталов. 270 миллионов лет назад Бит-Титанус Годжера и Шинамура долгое время были главными претендентами стать главенствующим видом. Земля содрогалась от бесконечных битв. Но спустя 20 миллионов лет случилось два важных события. Одно произошло на планете Венера, а второе на Земле. Титан Гидора уничтожил Венеру, свой родной дом, и после этого отправился на Землю. В этот момент два лидера, Годзилла и Шинамура, сражались за лидерство. Гидора прилетел на астероиде, упал на поверхность и уничтожил 95% всей фауны планеты. Это событие нам известно под названием «Пермское вымирание». В результате падения астероида и появления сильнейшего альфы планеты Венера, радиационный фон Земли сильно снизился. Многие считают, что всю радиацию впитал в себя именно инопланетный вид Гидора. Он был слаб после долгого перелета и хватался за любую возможность выжить. Но это имело огромные последствия, так как всем титанам стало не хватать пищи, той самой радиации. И они тогда устремились к ядру планеты, покинули поверхность Земли и стали вечными обитателями подземного мира. Так как радиации от ядра Земли было недостаточно, все титаны снова погрузились в анабиоз. В некоторые промежутки времени они пробуждались и брали господство в свои руки. 250 миллионов лет назад, когда все титаны спали, на поверхности планеты пробудился титан Шима, ледяной дракон. Он стал причиной ледникового периода. Этот титан недолго правил миром, и так же, как все его сородичи, предпочел искать пищу у ядра планеты. Шима еще пробуждался 3 раза, и каждый раз планету настигал ледниковый период, так как этот кайдзю управляет холодом. Как итог, титаны стали жить под землей и находились долгое время в анабиозе. Это помогло фауне Земли снова развиваться. Ее начали населять динозавры, новая, доминирующая и многочисленная форма жизни. Планета стала цветущим раем. Разновидности живых существ снова вернулись к своей пиковой численности. Но 66 миллионов лет назад спящий в вулкане Титан Родан пробудился. Он начал искать себе новое место для спячки, подходящий вулкан. Но его появление стало губительным для динозавров, так как Родан летал по планете и разрушал вулканы. Вечные извержения закрыли пеплом все небо. Солнечный свет не попадал на поверхность планеты, и все живые организмы, растения, которые любили теплый влажный климат, просто не смогли пережить вмешательство Родана. После этого Титан много раз еще просыпался, но уже не так сильно влиял на атмосферу. Около 50 миллионов лет назад титаны, которые долгое время жили в полой Земли, нашли путь на поверхность. Это место нам известно как Остров Черепа. Своим появлением они спровоцировали новую войну. Отец Годзиллы Дагон вступил в битву с племенем Титанус Конг. К нему присоединились Бегемот, Мотра и сам Годзилла. Но в этот момент пробудился Гидора, так как услышал зов Альфы. Он прилетел на остров и создал вокруг вечный шторм. Циклон полностью окружил остров, из-за чего он стал закрыт от внешнего мира. Неизвестно, кто остался победителем, у нас есть только малость информации. Во время боя вход в полую землю был разрушен, поэтому племя конгов разделилось. Одни стали главенствовать на острове Черепа, а вторые остались жить в полой земле. А Гидора стал главной проблемой для альфы Титанус Годжера. Но Годзилла со своим отцом Дагоном долгие тысячелетия успешно сдерживали монстра Зеро. А вот спустя 20 миллионов произошло еще одно пробуждение Шима. Ледяной кайдзю захотел оспорить право Годзиллы быть альфой и начал войну, которая продлилась около 2 миллионов лет. Шима смог объединиться с приматом кайдзю Скаром и титаном Камазотцем. Годзилла же собрал свою армию. В это долгое противостояние вида вмешался Гидора. В этот раз он сражался не с Годзиллой, а с Шима. И тот смог победить трехглавого змея, заключив его в ледник, который нам известен как материк Антарктида.
Тогда вновь наступил мир. Скар и Шима были прогнаны в полую землю, а Камазос успел сбежать. В то время первые люди уже начали населять планету, и вся война произошла у них на глазах. Они осознали, что главный паразит Земли – это монстр Зеро. Именно такое прозвище он получил от древнего развитого народа Иви. Эта цивилизация начала поклоняться титанам, которые защищали планету от внеземного захватчика. Альфа Венеры приносила с собой ураганы, штормы и разрушения. Нам неизвестно, как именно эти люди научились общаться с Годзиллой и контролировать его, но их тандем был довольно-таки долгим. На поверхности Земли был построен огромный древний город – Атлантида. Город, в котором титан Годзилла жил среди людей. Они служили своему божеству, а взамен получали защиту от вмешательства других кайдзю. В центре был построен храм, под ним находился минерал, который способен хранить в себе силу ядра Земли. Второй город был построен в полой земле. Там обитало племя конгов. Место, где построены данные сооружения, это точка пересечений энергетических волн, идущих от ядра Земли. Неизвестный минерал впитывал в себя энергию. Ее можно сравнить с радиацией. Этот минерал просто как будто создан для титанов, поэтому кайдзю могли там отдыхать и набираться сил. В Египте, поблизости современного Каира, в Гизе, древние соорудили пирамиды. Дом для титануса Сехмета, огромного льва с крыльями на спине. Ацтеки в Центральной Америке приручили Кецалькоатля. Это птицеподобное существо и по сей день спит под городом Мачу-Пикчу. Титан Тиамат был божеством для Японии. Этот змееподобный монстр один из самых больших. Его размеры могут превышать больше 250 метров в длину. Он охранял остров тысячи лет, но позже отправился спать в гору Стоун Маунтин в Северной Америке. В тропических лесах провинции Юннань был построен храм, названный Храмом Мотылька, где жила Мотра, а в будущем и ее кокон. Мотра является защитником, цель которого – защищать природный баланс и экосистему Земли. Это главный союзник Годзиллы, так как эти титаны преследуют общую цель – убить неизвестного гостя, разрушителя миров монстра Зеро. На протяжении тысячелетий титаны продолжали спать, радиации для активного состояния жизни не было. 1100 лет до нашей эры титан вида Годжера Дагон проиграл в битве с Мута Прайм. Паразит вложил в брюхо Дагону двух личинок зародышей, которые убили Дагона и начали питаться его плотью. В 250 году нашей эры народ майя в огромной карстовой пещере нашли существо, похожее на рогатую летучую мышь. Они дали ему имя Камазоц. Титан спал, но майя каким-то неизвестным нам способом рассчитали, что в 2020 году Камазоц проснется и уничтожит Землю. В 680 году в Японии заметили восьмиглавого змея, который проплывал у северного берега острова. Дракону дали имя Яматана Оротти. По словам очевидцев, дракон достигал длины больше 500 метров, что почти в 5 раз больше Годзиллы. Но мы знаем, что очевидцы могли приукрасить общую картинку. В 1152 году в Германии был замечен Мафусайл, который не смог дойти к берегу и без сил упал спать, тем самым разрушил под собой деревню. Люди начали называть титанов богами и создавать легенды, к примеру, про монстров, которые атакуют корабли. Этого титана зовут Сцилла. Но со временем эра титанов начала кануть в лету. Радиации было настолько мало, что им хватало сил только на вечный сон. Но все изменилось с приходом научно-технического прогресса и развития людей, которые открыли для себя термоядерную реакцию. В 1945 году на городах Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Радиация заставила вновь титанов проснуться. И первый, кто прибыл поживиться последствиями взрыва, был титан Шинамура, древний враг Годзиллы. Он прилетел на место и зарылся в землю. Бомбардировка Японии разбудила также и Годзиллу, который тоже отправился к острову. Но по пути встретил военный корабль, который начал его атаковать. Мегаящеру ничего не оставалось, как дать отпор. Весь экипаж погиб, за исключением одного везунчика, Билла Ранды, будущего сооснователя корпорации Монарх, организации, которая будет заниматься изучением титанов. В 1952 году офицер Ли Шоу, доктор Кейка и тот самый везунчик Билл Ранда
смогли найти молодого ионного дракона. Своим открытием они поделились с военными, которые начали спонсировать проект под кодовым названием «Монарх». В 1952 году они понимают, что эти огромные монстры питаются радиацией, поэтому приняли решение заманить одного из них атомной бомбой и подорвать. Тем самым люди думали, что смогут убить Титана и хотели испытать массовое оружие, его эффективность против кайдзю. Но они еще не знали, что сделали медвежью услугу Годзилле, так как ядерный взрыв наоборот дал много сил Титану. Но об этом чуть позже. Ученые Монарха начали понимать, что такие огромные кайдзю должны как-то передвигаться. Но почему-то это происходит тихо и на глазах у людей. Билл Ранда предположил, что они передвигаются под землей. Именно он придумал теорию пола земли. Место, где живут титаны. Случайным образом Билл, Шоу и Кейко находят портал. Но оказывается, это не полая земля, а междумирье. То самое место, которое создал неизвестный древний Альфа, для того, чтобы титаны смогли спрятаться от паразитов Джиншин-Муши. Промежуточная ось, которая приводит к полой земле. В портал отправилась экспедиция во главе с Лишоу. Они смогли прожить 7 дней в этом месте. Но потом явился ионный дракон, который убил всех, кроме Шоу. В 1973 году секретный спутник Ланцет находит остров в Тихом океане, которого нет ни на одной карте. Так как его окружает вечный циклон, он долгое время оставался незамеченным и спрятан от людских глаз. Мы с вами уже помним, что этот шторм устроил Гидора в прошлом, при битве за господство. Организация «Монарх» решила отправиться на исследование объекта. С ними также был Билл Ранда. Он по-прежнему считает, что под землей находится другой мир, который еще не открылся перед человечеством. Поэтому просит геологов использовать сейсмические бомбы. С помощью взрывной волны люди смогут картографировать полости и понять, что находится под островом. Но это не сильно понравилось Конгу, главному защитнику острова. И он быстро дает отпор незваным гостям. Дело в том, что под островом живут черепозавры, огромные ящероподобные монстры. Эти рептилии – главные враги Конга. В прошлом они убили отца и мать мегапримата. Как раз в тот момент, когда самка рожала, отец Конга начал защищать свою супругу и погиб. А матери удалось скрыться, но от полученных ранений она тоже умерла. Маленький Конг вырос в одиночестве. Единственным, кто ему помогал, это было племя людей Иви, местные жители острова. Когда Конг повзрослел, он смог прогнать черепозавров снова под землю. Но вмешательство людей пробудило ящеров, поэтому Конгу ничего не оставалось, как защищать снова свой дом. В итоге ему удалось убить лидера, самого большого и древнего черепозавра. Билл Ранда умер во время экспедиции, но успел выкинуть в океан все свои труды, в надежде на то, что они попадут в руки монарха. Другие выжившие смогли рассказать организации, что титаны могут жить рядом с людьми и даже помогать людям, если те находятся в беде. В 1999 году на Филиппинах был найден скелет Дагона. В нем в состоянии покоя жили две личинки Мутапрайм. Но снова из-за вмешательства один паразит проснулся и направился к ближайшему месту кормления, к атомной станции в городе Джанжиро, который находился у побережья Японии. Второй плод ученые отвезли в хранилище ядерных отходов США, так как они не знали, куда деть столь радиоактивное существо. Но это было большой ошибкой, так как Мутапрайм в хранилище получил себе пищу в виде радиации и стал стремительно расти. В 2009 году внутри пирамиды провинции Юннань ученые Монарха нашли яйцо Мотры. Доктор и сотрудник организации Монарх Эмма Рассел разработала устройство Орка. Этот передатчик способен воссоздать сигнал, который издают кайдзю для общения. Орка может даже воспроизвести клич Альфы. Этот прибор может помочь людям, так как с помощью его человечество сможет контролировать всех титанов. В 2014 году внутри реактора атомной станции Джанжиро кокон Мутапрайм начал издавать сигнал. Он 15 лет кормился радиацией и достиг того момента, когда ему хватит сил для рождения. Главное оружие титана – это магнитное поле. Он способен отключать всю технику в радиусе нескольких километров, поэтому военные не смогли ничего сделать, так как оказались без глаз и ушей.
Мута отключил все линии связи и скрылся под носом у целой армии. Тем временем в Неваде среди ядерных отходов хранился второй кокон. Ученые быстро понимают, что сигнал, который издавал Мута Прайм, был кличем. Но когда они начали проверять камеру хранения, оказалось, что было уже слишком поздно. Более крупная особь уже направилась на город Сан-Франциско. И это оказалась самка. Конечно, этот зов услышал Годзилла и устремился остановить двух паразитов. Когда прибыл в город, то сразу же вступил в бой, который продлился всю ночь. Военные США и монарх быстро поняли, что самка Гнуса хочет сделать гнездо, поэтому спецотряд из элитных бойцов находит гнездо и успешно уничтожает всю кладку. Тем временем Годзилла уже убил самца одним точным ударом своего хвоста, а самку он догоняет у берега океана и, перезарядив свое атомное дыхание, выпускает луч прямо в глотку титану-паразиту. На утро, когда пыль осела, ослабленный Годзилла проснулся и отправился снова к месту своего отдыха. В 2019 году Эмма Рассел, находясь на базе «Монарх» под номером 61, стала очевидцем чуда. На ее глазах из кокона родилась Мотра. Встречайте, Титанус Масура, или как мы ее называем, Мотра. Эмма, используя устройство Орка, смогла подобрать нужный сигнал акустической волны, которым оказывается зов Альфы Годзиллы, и тем самым она смогла успокоить гусеницу. Орка становится самым важным открытием и оружием одновременно. В этот момент на базу врываются террористы. Они убивают всех сотрудников организации «Монарх», а Эму и ее дочку Мэдисон берут заложники. Предводитель террористов Алан Джон – бывший полковник британской армии. Он одержимый идеей естественного отбора. Алан считает, что титаны должны пробудиться и создать свой порядок на Земле, даже если это приведет к большим жертвам со стороны людей. Он долгое время готовил свой план, собирал образцы ДНК титанов и продавал их на черном рынке. А когда Алан узнал про Эму и ее прибор Орка, он понял, что с таким оружием можно разбудить монстра Зеро. Поэтому террористы отправились на аванпост 32, место, где во льдах в состоянии покоя дремлет древний монстр Гидора. Террористы с помощью взрывчатки и устройства Орка будят Гидору. Трехглавый монстр сразу же начинает все разрушать и убивает солдат, которые успели прилететь на базу. В этот момент приходит Годзилла, но промахивается своим атомным дыханием. Гидора смог откинуть своего противника и, взлетев в воздух, быстро скрылся в ночном небе. Тем временем в Мексике, в окрестностях Исла-де-Мара, на аванпосте монарха под номером 56, дремлет еще один сильнейший титан Родан. Алан и Эмма хотят разбудить его, чтобы он смог сразиться с монстром Зеро. С помощью акустического сигнала, издаваемым устройством Орка, они будут Родана. И тот, услышал зов Гидоры, отправился прямо к эпицентру шторма, созданным монстром Зеро. Оба они встретились в небе над океаном, но Гидора оказывается намного сильней. И Родану ничего не остается, как признать свое поражение и подчиниться новой Альфе. Годзилла тоже не остался в стороне и успел напасть на Гидору и даже затянуть ее на дно океана. В этот момент военные решают использовать свой единственный шанс. Они разработали кислородную бомбу. Ее мощь способна уничтожить все живое в радиусе 3 километров. Их цель проста – одним ударом убить двух сражающихся Альф – Гидору и Годзиллу. Поэтому прямо в эпицентр битвы они скинули свое новое оружие. В тот момент, когда Годзилла уже начал побеждать Гидору, находясь в воде, у него было преимущество. В результате взрыва настигает мертвая тишина. Все затаили дыхание. Но из воды вынырнул Гидора. Он сильно ранен, у него нет одной головы. Но все же монстр остался жив, так как имеет особенность быстрой регенерации, поэтому снова смог отрастить себе новую голову. А вот Годзилла, наоборот, после взрыва начал умирать, и его жизненные показатели почти угасли. Монстр Зеро победил, поэтому он стал новой альфой Кинг Гидорой.
Самое время призвать всех титанов, чтобы они подчинились и уничтожили Землю. Кинг Гидора производит рев, который добирается во все уголки планеты. И по всему земному шару начинают пробуждаться все дремлющие титаны. Сцилла, Мафусаил, Бегемот, Мутапрайм, Сехмет, Тифона, полностью все. Эмма и Алан поняли, что допустили ошибку. Они думали, что после смерти Годзиллы и с приходом новой Альфы титаны перестанут сражаться и война закончится. Но Гидора не тот, кем кажется. Этот монстр призывает всех титанов уничтожить Землю, обнулить ее и создать новое царство, в котором нет места людям. Единственный, кто мог ему помешать, это Годзилла, но, к сожалению, он умирает. Его уровень радиации критически низкий, и ученые монарха не могут его найти в океане. Тогда на помощь приходит давний друг и союзник Мотра. Она своими крыльями освещает место, где находится раненый Годзилла. Единственный способ оживить мегаящера – это дать ему дозу радиации, то есть взорвать атомную бомбу возле него. Но Годзилла начал уходить глубоко на дно океана. Мотра стала сопровождать движение бывшей Альфы. Таким образом, люди смогли проследить путь его движения. Доктор Исира Сиризава и команда военных решают погрузиться на подводной лодке вглубь океана. Они взяли след Годзиллы, который приведет их к древнему затонувшему городу Атлантида. Это родной дом мегаящера, место, где когда-то 10 тысяч лет назад люди и титан жили в тандеме. Исира Саризава берет с собой чемодан с бомбой и отправляется в храм. Он видит, что титан умирает, поэтому пришел к себе домой. Исира заводит часовой механизм и, жертвуя своей жизнью, взрывает бомбу. Ее радиоактивные излучения дают заряд, жизненно необходимый Годзилле. И титан, получив допинг и помощь от людей, набирается сил и отправляется снова на бой. Тем временем Кинг Гидора и Родан уже начали уничтожать планету. Они превратили город Бостон в руины. Все вооружение людей бесполезно, и оно не способно остановить Армагеддон. Трехглавый дракон имеет в своем арсенале излучение, похожее на атомное дыхание, как у Годзиллы, но его мощь втрое выше, так как каждая голова способна выделять свой собственный луч. Это позволяет новой Альфе мгновенно разрушать город, стирать его с лица земли. В этот момент на помощь людям приходит Годзилла. Он с новыми силами снова вступает в бой. Но в этот раз он не сам, ему помогает Мотра, которая использует свою липкую паутину против Кинг Гидоры. Вместе они начинают побеждать, но на помощь своей новой Альфы прилетел Родан и отвлекает Мотру. Тем самым битва разделяется на два отдельных сражения. В конце концов Мотре удается пронзить жалом Родана, и тот раненый упал на землю. А вот Мегадракон использовал свою возможность поглощать силу тока. Он находит электростанцию и впитывает в себя все электричество, в результате чего достигает своей пиковой формы. С таким монстром Зеро мегаящеру не справиться. Гидора поднимает Годзиллу в воздух на самую максимальную высоту и сбрасывает его вниз с огромной высоты. В результате падения Годзилла потерял всю свою энергию. Титан повержен. У него даже нет сил, чтобы встать на ноги. На помощь приходит Мотра. Гигантский мотылек, жертвуя собой, передает всю свою силу Годзилле и стабилизирует его, отчего титан достигает своей пиковой термоядерной формы. Его тело, пропитанное энергией Мотры, начинает просто испускать ударные волны температурой звезды, отчего все вокруг начинает плавиться. Конечно, и Кинг Гидора не в силах противостоять такой силе, поэтому оказывается под ногами Годзиллы и умирает. Наконец-то баланс был восстановлен, и все титаны пришли поклониться своей Альфе. Годзилла снова стал лидером и добился признания. Тем временем самое интересное происходит за кадром. На зов Гидоры проснулся Камазотс, бог разрушения древнего народа майя. Он не явился на призыв Годзиллы, так как эти два вида враждуют. Камазотс решил спрятаться на острове Черепа и создал импульс, благодаря которому шторм, оставленный Гидорой, начал приближаться к острову Черепа и в итоге слился в единый циклон. Таким образом, он надеялся, что его никто не найдет.
остров погрузился во тьму и стал непригодным для жизни, тогда Конг был вынужден стать на защиту своего дома, и он смог победить Камазотца, скинув его в разлом пола земли. Но вмешательство Камазотца стало губительным. Остров Черепа превратился в ад. На помощь Конгу пришла организация Монарх. Они соорудили огромный купол, который защищал часть острова от действия циклона Гидоры. Проектом руководит доктор Илан. Ее цель – сохранить жизнь Титану. Но Конгу не сильно по нраву жить в заключении. Единственным успокоением для него стала маленькая глухонемая девочка Джия, которая нашла общий язык с Титаном. К сожалению, мегакупол хоть и массивное сооружение, но даже он не может устоять против Конга и постоянного шторма. Поэтому ученым надо перевести примата в другое место. Но сложность заключается в том, что нужно пересечь океан. А если Годзилла почувствует присутствие еще одного Альфы, то точно придет уничтожить угрозу. Но пока что мегаящер занят другим делом. По обратную сторону земного шара Годзилла напал на город Пенсаколе в штате Флорида и уничтожил там гидроэлектростанцию Apex Cybernetic. Это совсем не похоже на Альфу. Он без ведомых причин напал на гражданский объект. Не было появления других кайдзю, и его действия не имеют смысла. Но на самом деле все не так. Компания Apex давно в тайне занимается изучением титанов и сбором информации. Когда-то они помогли выбраться из Междумирья доктору Кейко. Мы помним, что Кейко была одним из трех сооснователей организации Монарх. Apex заключили контракт с ней и ее сыном Широми. Кейко поделилась ей информацией, всеми знаниями, которые она долгое время собирала о титанах, и директор Apex Уолтер Симмонс стал одержим идеей контроля кайдзю. У Apex достаточно ресурсов, влияния и денег, чтобы осуществить любой каприз. А их информация о кайдзю местами превосходит знания монарха. Поэтому они готовят свою миссию. Apex просканировали всю землю и узнали, что под поверхностью существует мир, который ничем не уступает по масштабу всей поверхности Земли. Огромное царство со своей отдельной флорой и фауной оставался долгое время закрытым для всех людей. Поэтому Уолтер Симмонс из Apex вербует Нейтана Линта, бывшего ученого-монарха, ставшего теоретиком пола Земли, чтобы Нейтан помог провести их через портал и найти там минерал, который способен впитать энергию ядра Земли. Apex знает, что для активации портала нужен Титан. Им эту информацию рассказала Кейко, так как она уже побывала в мире кайдзю. Возле каждого портала живет молодой Титан. Это может быть кто угодно, даже Морозный Варп. Но Апексу удалось найти в Антарктиде огромный портал, который никто не охранял. Поэтому Нейтан отправляется на остров Черепа, встречается с Илан и убеждает ее использовать Конга в качестве проводника к источнику энергии. Его аргументы нельзя оспорить, так как Илан тоже верит в существование пола Земли и хочет спрятать Конга от Годзиллы. И возможно, мегапримат найдет там свой родной дом. Попав внутрь через проход в Антарктиде, он найдет новый дом. И спасет наш. Ее. В итоге она дает свое согласие. Миссия по спасению Конга довольно сложная. Требуется много ресурсов и нужна поддержка военных. Конга приковали цепями к огромной модифицированной барже. Ему дали сильное успокоительное, чтобы усмирить мегапримата. В таком состоянии покоя у них есть все шансы на успех транспортировки. Когда уже полпути было пройдено, внезапно сработал сигнал СОС. Это значит только одно – Годзилла не рад появлению Конга, и он пришел его убить. Так как место для Альфы только одно, и оно принадлежит Годзилле, конкурента нужно устранить. Поэтому ящер начал битву, и бой этот нельзя назвать равным, так как Конг не умеет плавать, и Годзилла воспользовался своим положением. Он решил утащить на дно своего противника. Конг беспомощный и в несостоянии дать отпор. Ему нужна помощь. Тогда люди решили использовать глубоководную сонарную бомбу. Она поможет на время оглушить Годзиллу. Таким образом, они могут дать шанс на спасение. И их план сработал. Конг смог освободиться из лап своей смерти. Но сил у него для дальнейшего боя не осталось. Тогда Нейтан предложил заглушить двигатели и притвориться, что все мертвы. В результате они смогли обмануть Годзиллу. Он подумал, что победил Конга и покинул поле битвы.
Но возникла новая проблема. Они не могут дальше использовать корабль для транспортировки, так как это снова заставит Альфу вернуться. Поэтому команда нашла другой выход. С помощью вертолетов и огромной сетки перевезли Конга в Антарктиду. Там находится секретная лаборатория компании Апекс и портал в полуземлю. Когда Конг очнулся, он не понимает, что происходит. Его единственный друг девочка Джиа указывает ему путь, объясняя, что в этом месте находится его родной дом и, возможно, новая семья. Корпорация Апекс спроектировала специальные антигравитационные корабли. Из-за того, что в полой Земле действует другая гравитация, полеты в ней невозможны без новых технологий. Примат, следуя своим инстинктам, проходит в портал и попадает в родной дом, в место, где когда-то его клан жил на протяжении тысячелетий. Полая Земля воистину удивительный и красивый мир, со своей экосистемой, которая долгое время скрывалась от внешнего мира. Конгу удается найти огромную дверь. Это вход в храм, где когда-то жили его сородичи. Мегасооружение пропитано историей. На полу он видит остатки вида Титанус Годжера и понимает, что в прошлом тут произошла битва. Возможно, всех его сородичей уничтожили. В черепе он находит топор, сделанный из спинного шипа мегаящера. В центре храма находится тронный зал. Как раз он подходит размерам Конга. А на полу видна фреска, которая состоит из десятка таких топоров. Мегапримат догадывается, для чего построен этот храм. Его найденный инструмент начинает светиться. Он явно впитывает энергию этого места. Тогда Конг заметил в полу странное углубление, такой же формой, как его найденный топор. Поэтому решил вернуть оружие на место. Когда пазл собрался, то энергия Земли начала концентрироваться в наконечнике, формируя силуэт Годзиллы. Таким образом, древние виды Титанус Конг заряжали свое оружие и использовали его против вида Годжера. Тем временем на поверхности Земли дочь погибшей Эммы Рассел, Мэдисон, проникла в секретную лабораторию Апекс и выяснила главный секрет. Ученые создали огромного робота Меха-Годзиллу. В него поместили часть мозга умершего монстра Зеро. Используя череп и нейронную связь, они смогли создать контроль. Роботом управляет человек, но проблема в том, что нужен сильный источник энергии, минерал, который находится в полой Земле. Именно поэтому Годзилла уничтожал все объекты инфраструктуры компании Апекс. Он чувствовал присутствие Альфы и думал, что это Конг. А когда ящер почувствовал снова присутствие примата и энергию минерала, то начал пробивать проход под землю, где находился его соперник. Примату в этот раз ничего не остается, как принять бой. Ведь у него в руках оружие его предков, с которым у него есть шанс на победу. Битва продолжалась недолго, и местами казалось, что Конг даже сможет победить, но сила Альфы и опыт значительно выше, и в конце концов примат погибает от полученных ранений. Тем временем Уолтер Симмонс активирует Меха-Годзиллу, используя силу минерала и энергию пола Земли. Но робот быстро выходит из-под контроля. Мозг Гидоры еще жив, он пробудился, вместе с ними пробудилось желание монстра Зеро уничтожить планету. Годзилла попал с корабля на бал, он еще не оправился после Конга, а тут новый противник, сильный и хорошо вооружен. В этот раз ему не справиться в одиночку. Меха-Годзилла спроектирован с одной целью – убивать титанов. Его прочность не уступает Годзилле, а с энергией пола Земли он намного сильнее любого Кайдзю. Его плазменное дыхание мгновенно уничтожает все на своем пути. Шансов на победу у Годзиллы нет, но надежда не умирает никогда. Маленькая девочка Джиа почувствовала слабое биение сердца Конга. Оказывается, что он еще жив, но находится на волоске от смерти. У Нейтана родился план спасения. Он, используя антигравитационный двигатель корабля, хочет пропустить электрический импульс в сердце умирающего примата. Поэтому поместил корабль на грудь Конга и взорвал его, отчего уравнял шансы против Меха-Годзиллы. Джиа просит своего друга о помощи. Он должен спасти Годзиллу. И когда уже казалось, что вот-вот Альфе придет конец, Конг вступает в бой. Вместе им удается сдерживать Меха-Годзиллу. Мегаящер заряжает атомным дыханием топор Конга, и тот разрубает на части падлу.
Наконец-то древнее сражение закончено. Конг бросает топор войны в землю, а Годзилла взамен уходит, не сказав спасибо. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Возможно, некоторые из вас заметили, что я пропустил некоторые комиксы. На это есть причина. Все это из-за того, что выйдет новый фильм, а истории некоторые пересекаются с фильмом и комиксом. Например, в трейлере показали, что Годзилла будет драться с Сциллой. Вот в комиксах эта история уже была, и я не захотел ее вносить в эту полную хронологию, так как просто не захотел делать спойлеры. Надеюсь, вы меня поймете. Но на самом деле киновселенная MonsterVerse про титанов еще молодая, и она еще формируется. Так как вышел новый сериал «Монарх», и он частично, мы думали, что он даст какие-то ответы, но он еще больше сделал вопросов, как по мне. Очень такой спорный проект, и мне он особо не понравился. Ну а в целом фильмы выходят интересные, ну мне нравятся спецэффекты, эти масштабные съемки, эти огромные кайдзю. В общем, я такое люблю, как и «Тихоокеанский рубеж». Ну а что вы думаете, было ли полезно мое видео вам? Оставьте свое мнение в комментариях. Если да, то конечно же лайк. Вот, и подписка на канал. А с вами был Евгений, это канал Good Movies. До скорых встреч!